Добрый день. В эфире программа «Мимонот», и я ее ведущий Евгений Додолит. Представляю сегодняшнего гостя. Это я дам не свое собственное определение, а определение моего товарища, с которым я говорил накануне эфира. Это Саша Вулых. Я у него спросил про сегодняшнего гостя. Вот как бы ты его представил? Он сказал, что это культовый поэт-песенник, самый титулованный из наших и самый успешный из наших поэтов-песенников – Карен Кавалерян. Спасибо, это очень лестно слушать от Саши, он сам большой мастер. Да, да, я-то как раз думал, что вот может быть ревность какая-то, вы же на одной поляне посетитесь, которая тем более… Но он говорит, он ушел, говорит, уже из шоу-бизнеса, ему это все уже, все собрал, что смог. Да, отчасти это так, но и важно еще то, что мы с Сашей, вот как-то сразу у нас задалось. И никакой ревности, а только взаимная любовь и уважение. Вот так вот. При том, что вы же работали с теми же композиторами. Тот же Крис Кельми, для него Вулых писал. Вы написали ему гимн, собственно, Криса Кельми. Один из самых мощных хитов на «Ночное рандеву». Ваш уход из шоу-бизнеса, как я понял из интервью в «Комсомольской правде», которое на днях вышло, связано с тем, что вы уже присытились, собрали все, что можно, и уже не получаете удовлетворения, поэтому стали заниматься мюзиклами. Ну, верно, потому что я, в общем, темечком уперся в потолок, ничего больше шоу-бизнеса дать мне, например, не в состоянии был. То есть, можно еще там с 18 там, песен года дойти, там, довести там, до 28, там, до 38, но это уже, в этом есть какой-то нелегкий налет безумия, мне кажется. Вот. Нет, я радикально сменил амплуа, хотя, в общем-то, что значит «менял амплуа»? Я считаю, что в шоу-бизнесе, когда я писал тексты песен, что сейчас я занимаюсь просто разными видами литературной работы. То есть песенный текст – это тоже литературная работа, и либретто, там, драматургия – это частный случай тоже литературы, для меня, во всяком случае. Я не очень понимаю, почему у нас как-то сложилось, что шоу-бизнесом у нас понимают только какую-то одну отрасль шоу-бизнеса. Да, мне тоже странно это. Потому что мюзикл – это тоже шоу-бизнес, еще какой? Это шоу, еще, и, в общем-то, это бизнес. Еще какой бизнес? Да, поэтому достаточно на Бродвей выйти и посмотреть вот это немалое количество театров, в которых играется один спектакль на протяжении месяцев, а в иных случаях и лет. Вот, скажем, я был на «Призраке оперы» в Лондоне. Вот он идет уже там, я не помню, 22 года или там 24 года ежедневно. Это не шоу-бизнес, это энтертеймент самый настоящий, высочайшего уровня. А у нас часто с театралами, с кем-то говоришь, я не занимаюсь шоу-бизнесом. То есть у нас территория поющих трусов. То есть шоу-бизнес это как-то так сложилось. Ну, как-то сложилось, да. Еще это отчасти идет, по-моему, от той миссии, в кавычках, которую взвалил на себя русский театр, да, вот как какое-то миссионерство, вот это, да, оно так проглядывает. Они не очень любят говорить о деньгах, да, это вот неприлично. Ну, у нас вообще как деньги – это грязь, привычная, для советских людей. Хотя мне кажется, что это отлично, когда у тебя битком набитый зал на спектаклях, и артистов провожают овации в финале. По-моему, ничего прекраснее не может быть. Ну, это мерило, собственно, успеха. Мне вот Андрей Вадимович Макаревич вот в этой студии мы говорили о сайт-проектах, которым занимаются машинисты. И я сказал про деньги, он говорит, а какой еще, собственно, критерий успешности? Это вот то, сколько человек может собрать, сколько он может продать. Значит, я бы нюанс еще такой добавил. И продать – это одно, но чтобы еще люди уходили счастливыми. Чтобы они с радостью расставались с этими деньгами в следующий раз, то есть не чувствовали себя обманутыми. Нет, но если уйдут неудовлетворенные, то потом уже не придут, потому что какая бы ни была реклама и пиар, все-таки то, что из уст в уста передается, это все-таки тоже достаточно такой мощный фактор. У вас в июне будет премьера «Ромео версус Джульетта» 20 лет спустя, как раз с Укупником, Аркадием, ваш совместный… Да, наш дебют, в общем-то. Наш дебют. Потому что вы знакомы десятилетия. Да, очень давно. С 87-го или 88-го года мы с ним знакомы, ни одной песни не написали. Очень это странно. Да, очень странно. Да, при том у меня огромный каталог, у него огромный каталог, мы знали друг друга, всегда и уважали друг друга, но
до работы совместной не доходило никогда. А тут сложились обстоятельства таким образом, что я показал пьесу эту Владимиру Сидоровичу Тартаковскому, директору Московской опереты. Кстати, один из немногих, для меня вообще единственный, наверное, директор театра, который читает пьесы, которые мы приносим. Да, сам лично. Вот. И он влюбился в эту историю, и так получилось, что он Аркаше предложил написать музыку, и мы стартовали. Вот делали мы это довольно долго, года два продолжалось, да, даже 2,5, может быть, написание этого мюзикла, и вот, наконец, да, дожили мы до премьеры. В июне будет. В июне 18 и 19, два дня. Площадку напомните. Пожалуйста. Московский театр опереты. Угу. Самая лучшая площадка для музыкального спектакля в Москве. Мне люди из отрасли говорили, что то ли у вас, то ли у Купника, то ли у вас обоих какие-то с режиссером терки или нет, или это домыслы? Ну, там, ну, терками это назвать тяжело, это, в общем, обычный рабочий процесс, мы на многие вещи смотрим по-разному, потому что, в общем, мы люди разных поколений, он довольно молодой человек, вот, Алексей Франдетти, он очень, так скажем, титулованный для своих лет и очень имеет, в общем, свою совершенно какую-то концепцию жизненную и творческую, я это уважаю. Каждый отстаивает какую-то свою правду, но мы приходим в итоге к консенсусу, и спектакль-то мы выпускаем. Но я, насколько понимаю, это как сложилась бы биография шекспирских героев, если бы они не ушли. Не погибли из, да. из жизни. Да, это чья идея, в принципе, придумка? Вот, как я написал пьесу сначала, вообще не имея в виду даже музыкальный спектакль. Я хотел сделать просто драматургическое произведение, без музыки. Вот. Но показал потом пьесу Тартаковскому, и это все преобразилось в мюзикл. Я вообще любитель сиквелов, вот честно говорю. Да? Да, очень большой любитель сиквелов. У меня в 14 или 15 лет была безумная идея, которую я даже начал воплощать, тогда же в школе, ну, конечно, далеко это не зашло. Я хотел написать ужасное продолжение Дубровского. Я обожал эту повесть. Мы писали. Я потом написал мюзикл Дубровский, но все-таки это по уже известному сюжету. А тут я хотел придумать, что могло бы быть с ними дальше. Мне кажется, что это вообще очень интересная и не разрытая еще тема — писать сиквелы, ну, таких произведений. Потому что характеры заданы, такая, в общем, траектория первичная уже очерчена, и ты можешь дальше включать фантазию. Немножко в этом что-то есть от Дюма, но почему бы и нет, да? Там, ну, нет, ну, знаете, там фантазия иногда заходит, я не знаю, попадалось 10. Ли вам на Фейсбуке, где вы достаточно активны, там история такая, что там Анна Каренина передумала бросаться под поезд, и там масса всяких приключений, в результате она стала той Аннушкой, которая пролила масло на патриарши в «Мастере и Маргарите», поэтому здесь фантазия это может разыграться. Шутка, в общем, но в каждой шутке, как известно, есть, да? Вот. Ну да, это интересно. Мне кажется, что это довольно любопытно. Для, так скажем, для того, чтобы поддать интриге, просто скажу, что да, дело происходит в Генуе через 20 лет после описанных в пьесе Шекспира событий. Жизнь их сложилась самым неожиданным образом. Ромео, который вынужден был зарабатывать деньги для того, чтобы поддержать семью, вот, пустился во все тяжкие, он занимается ужасно предосудительными вещами, вот, Джульетта нет, вот, ну и у него и у нее есть, так скажем, сердечный интерес на стороне, насколько, да, вот так да, вот. Да, да, насколько далеко он зайдет в каждом случае отдельном, увидит… Дети-то у них есть? Да, у них есть дочь. У которой тоже есть свои сердечные секреты. Вот. Ну и вот этот весь клубок страстей, в общем, неминуемо ведет к очень интригующему финалу. Не буду его рассказывать. Ну, правильно, спойлер, это детективный триллер практически, это экшен-история, это не мелодрама, это не… В этом смысле это не сиквел «Ромео и Джульетта», и не трагедия, конечно. Вот.
но в ней очень много экшена, но в ней сохранены какие-то, ну, базисные имена, во-первых, да, базисные характеры. Ну там вот Монтейки и Капулетти по-прежнему враждуют как уже, кланы или нет? Уже нет. Mm-hmm. Она вышла замуж, и они в другом городе, в категорически другом, городе. Это Генуэзская республика, и, в общем, никакого отношения это уже к Вероне не имеет. Хотя гости из Вероны будут. Понятно. Неожиданные гости из Вероны будут. Вы когда работали над этим произведением, сочли нужным пересмотреть все, что снято на эту тематику экранизации, ну, или нет? Или прежде всего я прочитал снова. Прочитал снова. Оригинал. Да, разумеется. Да. Во-первых, я прочитал снова. Прежде всего мне пришла идея финала. Вот так скажем. Мне пришла идея финала, и я понял, что из этого может что-то получиться, какая-то оригинальная история. Вот я начал поднимать все, что, так скажем, на эту тему было снято и написано, включая и критику, и критику современников, да, и последующую, и последующие какие-то работы аналитические. Ну, разумеется, я пересмотрел все. Все там достаточно много версий разных и достаточно много интерпретаций. А пересмотрел я прежде всего за тем, чтобы не совпасть ни с кем. Это важно. Вот. Ну, не о авторских правах речь тут, а о каком-то чистоплюстве, вот моем внутреннем. Да, я люблю играть на чистом поле, без каких-то всполохов побочных чьих-то идей, которым тебе потом могут погрозить пальчиком за который. Вот это для меня как-то вообще терра инкогнита, я так плохо в этом разбираюсь, потому что, честно говоря, я был обескуражен, когда Александр Борисович Градский сделал «Мастера и Маргариту», я не знаю, знакомы ли вам это. Нет, само произведение нет, но я о нём много слышал. Я это воспринял как сплошной набор цитат. То есть там как бы ни одной музыкальной темы, сочиненной для этого нет, как мне показалось, что это. Но вот выяснилось, что это на самом деле общая практика, когда цитирование оно может открыть музыкальную тему совершенно. Цитирование другой, в иной его произведений или нет, нет, каких-то? Там и народные песни, и русская классика, и рок-классика. Поэтому вот вопрос заимствования, как, это же какая-то есть присказка такая в шоу-бизнесе, что бездари воруют, а гении заимствуют. Да? Нет, заимствуют. Или как-то насчет заимствования, ну, воровства, да. Я не помню, как там. Я тоже не помню. Но она такая допускает в смысле, вообще в принципе, вот сама идея взять и сделать лучше, она как бы допускается. Я так понимаю, что при работе с текстом это не работает. Все-таки музыка там всего 7 нот, там это немножко по-другому. Там есть какое-то количество. Есть какое-то количество тактов, которые ты можешь использовать без лицензии, да, а далее с лицензией, взяв соответствующее разрешение, заплатив за лицензию. Но я это делаю, я стараюсь избегать каких-то повторов с чьими-то работами, исходя из просто внутреннего чувства, ну, не знаю, какой-то чистоплотности. Мне хочется играть на чистых мячах, как говорят футболисты. Да. То есть я не хочу таких ситуаций, чтобы меня кто-то мог упрекнуть в заимствовании чужой идеи, чужого, там, я не знаю, четверостишия там, или двустишия, строчки даже. Вот. Считаю, что я в состоянии придумать все сам и написать все сам, мне никто не нужен для этого. Ну, потому что вы работаете со словом, а вот с музыкой мне не понятно, что, вот, допустим, заимствование гитарного рифа вообще не считается плагиатом. Это вот как бы вот кто-то наверное, сочинил да. риф, а иногда ведь это делает, ну, возьмем там Smoke on the Water, собственно, там ничего нету, кроме этого рифа. Это вот все. Или недавно был такой сериал, не знаю, смотрели его нет, по Первому каналу «Содержанки». Я не смотрю телевидение вообще, да? Я смотрю много кино, но не идущее по телевизору. Ну там просто за главной темой они взяли такая из певица Ковакс, и она использовала хабанеру, как бы вот, ну, эту тему, но она делает половину вещи. Меня всегда вот это, конечно, очень интересовало. Вам в вашей работе в шоу-бизнесе никогда не приходилось сталкиваться, что вашего соавтора музыканта обвиняли в плагиате, нет? В совместных песнях нет, а так случалось, да, случалось
Я помню, во всяком случае, вот с мега-хитом «Ночной рандеву» масса было каких-то разговоров, что не сам Кельми ее исполнял. Ну, куча он... было всяких скандалов. Нет, ну там как, я могу просто засвидетельствовать, что мелодию он написал 100% он, просто 100%. Это как бы все на моих глазах происходило. Вот. Первый исполнитель был солист в то время группы рок-ателье Вадик Усманов. Его группа. Да, но Криса его Кельми, группа, да. То есть это было внутри группы, поэтому тут о чем речь. И, собственно говоря, когда Вадик ушел из группы, он ушел, кстати, играть на бас-гитаре Коля Кормухина, да, они все вместе там скакали, он, Костя Веретенников там и еще кто-то. Вот. Крис остался, так скажем, без группы в тот момент. Да, возможно, он использовал где-то в съемках фонограмму Вадика по причине, я думаю, того, что он не, просто не успел физически записать свой голос, а ездил он на гастроли тогда нещадно, потому что хит был большой. Да, и да, просто я думаю, что он дышал через раз даже тогда. Вот, не собираюсь его там как-то оправдывать, и, собственно, я думаю, что не думаю, что он вообще нуждается в этих оправданиях. Ну да, такая ситуация была, но песня это Криса. Это 200%. Он мне, кстати, рассказывал, что упомянутая вами Ольга Кормухина все время там присылала к нему бандитов там по поводу, ну, другой вещи разборки. Вам не приходилось в эти в лихие 90-е или 80-е, ну, вообще с криминалом сталкиваться? Я как-то, мне Бог миловал, как-то я проскользнул мимо всего этого, хотя пули летали рядом, в общем, можно было пойти по улице, да, и просто стать свидетелем какой-то крайне неприятной истории. Нет, меня миновала, может быть, какая-то природная осторожность, тут тому причиной. Но я стараюсь какие-то вещи предвосхищать. Нет, я никогда не доводил до жестких конфликтов ситуацию ни одну. И никогда не оставлял за собой хвостов неоплаченных долгов, неоплаченных долгов и физически денежных, и каких-то моральных. Кельми очень там, скажем так, не самым изящным образом ушел. То есть он сильно злоупотреблял там, тем топливом, которым злоупотребляют рок-музыканты. Опять же, вам в работе с какими-то вашими партнерами этот фактор когда-либо мешал или нет? Алкоголь, топливо? Там, вещества. Лично мне никогда не мешал. Я люблю выпить вина, коньяка, в общем, спокойно, в общем, могу это сделать, причем в любых количествах, зависит от компании. Вот. А что касается каких-то вредных привычек, ну, все мы когда-то, да, валяли дурака там, да, как Билл Клинтон в свое время пошутил, да, я курил, но не затягивался. Отличная, кстати, шутка. Вот. Никогда этим особо не увлекался. Ну, конечно, бывало всякое, но слава богу, это ничего не осталось со мной. Вот. А что касается моих соавторов, ну, я никогда не осуждаю никого. Если человеку. Да нет, я не в осуждении. Вообще, в принципе, потому что разные существуют к этому подходы. Некоторые считают, что как бы вот. Там, ну, на сцене пить нельзя, а некоторые напротив говорят, что 50 коньяка, да, хорошо, просто необходимо для ощущения этого тона. Разные просто подходы. Здесь не вопрос о том, чтобы кого-то осуждать. Я думаю, что это вопрос внутреннего комфорта. Вот. Ну просто вам же приходилось с такими, в общем, с людьми работать, которые, в общем, согласно их, скажем так, имиджу медийному, не будем говорить, как в жизни обстоит. Ну, допустим, там Гарик Сукачёв. Да. Люди, которые вот, ну, умеют и любят отдохнуть вот так вот. Это в работе совместной, это когда-нибудь бывало помехой? Я не конкретно про бригаду С, а вообще в принципе. Ну, так скажем, мы с Гариком написали 4 песни для группы «Бригада С», это было еще там 86-87 годы. Если мне память не изменяет, мы с ним ни капли не выпили вообще в жизни друг с другом. Вот. А что касается остальных, нет, мне не мешало никогда. Если человек, выпивший или покуривший, или там еще что-нибудь с собой сделавший, но он трезво мыслит, да, то есть он мыслит разумно, то с ним можно работать в любом состоянии. А есть же летящие в шоу-бизнесе, да, ему и ничего не надо, он просто по жизни безумен.
Наверняка с такими сталкивались. Но то и работать, в общем, не получится. Я по достаточно какой-то сложной ассоциации вспомнил недавний пост ваш в Фейсбуке, который был приурочен к 70-летию Аллы Борисовны Пугачёвой. Да. И согласно вашей версии, у нее какая-то феноменальная совершенно память. Ну, в моем случае, вот. Да, что она помнила тот материал, который вы ей предоставили. Невероятно, это, да. Для меня это невероятно, правда. Угу. 15 лет спустя вспомнить текст, который написал для тебя какой-то автор, ты сама его не использовала, но у тебя осталось послевкусие, какие-то ключевые фразы, и ты, зная, что вот этот вот человек сейчас вот ищет себе песню, говоришь другому автору, ты вот позвони, там, и там, в данном случае Андрею Мисину, да, ты позвони, спроси, вот у Карена, вот у него был текст такой вот об этом, напишите песню, вот она подойдет этому человеку. Но мне кажется, что это очень сложная такая мыслительная структура, да, вот, вот такое возвращение на 15 лет назад. Я в памяти, например, не держу даже своих текстов столько, если они не реализовались. Ну понятно. Вот, да. Я отдаленно помнил, залез там в какие-то старые тетрадки, нашел этот текст, конечно. Но так сказать, что вот помнишь, ты мне писал, а мне не подошло. Если бы она эти две строчки не назвала, я бы никогда не вспомнил. Как вы вообще оцениваете этот феномен Пугачёвой? Потому что, ну, она фактически уже не поет. Ну, давайте называть вещи своими именами. А я не знаю, лет. Я, ну, я не был, честно говоря, у нее на концерте, не знаю, ну, поет она, не поет. В общем, она уже последние несколько десятилетий является ньюсмейкером. Ну да. Телевизионщиков часто упрекают, вот нафига вы ее показываете, я ее показываю, потому что на нее просто есть спрос. Потому что если там Алла Борисовна, то это рейтинг всегда. При том, что она не поет, не сочиняет, и как в Вите Эндрю Ллойд Вебера партия, которую Пандера спел, «She did nothing for years», она уже годы вообще ничего не делала, там, там персонаж про Виту, вот к ней это просто подходит, ни черта она не делает. Популярный, это что? Это феномен личности, это за счет какого-то материала, который она когда-то сочинила. Вот у вас есть какое-то объяснение? Ну, если, ну, честно говоря, я не задумывался над этим. Ну, попробуем сейчас, да, быстренько так накидать какие-то мысли по этому поводу. Ну, начнем с того, что она, наверное, спела больше всего хитов за свою карьеру, чем кто бы то ни было. Вот за последние, там, скажем, хорошо, там, 40 лет. Там. Ну, точно совершенно, просто рядом никто не стоял. Почему? Потому что работала с правильными авторами? Ну, отчасти, да. А может быть, это ее было чувство своей публики таково, что она подтягивала именно тех авторов, которые ей необходимы были. Которые выстрелили. Для... Да. Вот, потому что она достаточно часто их меняла. Вот эти, скажем, она появилась, ну, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, это с конца 70-х, так по большому счету она появилась. Это вот пластинка «Зеркало души» была. Там были песни Дербенёва, Марка Минкова, там, ну, еще какие-то. Да, это были трендовые тогда, в общем, авторы. Потом она. Раз сделает финт, она начинает работать с Паулсом, например, да? А потом следующий финт, она работать начинает с молодыми авторами, там, с Игорем Николаевым, например, да? Вот. И так она… С Кузьминым. С Кузьминым, да. То есть она держит руку на пульсе и чувствует. Я думаю, что это чувство страны, это чувство публики. Такой вот, ну, не желая обидеть ее, скажу, из моих уст это комплимент. Звериное чутье, рефлекторное, на инстинкте. Мне кажется, что-то в этом, вот, в этом роде, когда ты даже порой не можешь как-то рационально объяснить какой-то поступок свой или свою идею, но ты просто движешься туда, потому что у тебя есть вот это звериное чувство, что там лежит правда, там закопано золото. Но мне кажется, что вот так. У хитмейкеров у многих такая же ситуация. Ты не знаешь, почему у тебя слова подобным образом встают, но они встают вот так, и потом это выстреливает. Почему? Иногда это, знаете, вот без тебя, любимый мой, лететь с одним крылом, но это же невозможно. Ну, это просто вот увидеть глазами, да, и ужаснуться. Да, а разве мало такого, да? Сейчас не будем, может, в длинный ряд это. Журавли летят в Китай, только и улетают. Ну да. Пролететь. Хорошо, вот 70 лет Пугачёвой было в апреле, 3 ноября 70 лет Александру Борисовичу Градскому, который
сочинял музыку на стихи очень многих поэтов видных, там и Пастернак, и Саша Чёрный, но очень много пишет сам, и даже издал несколько лет назад огромный толстый том вот своих стихов. Вы считаете, что сочинение текстов – это все-таки дело профессионалов, таких как вы, Вулых, или человек, который пишет музыку, он, может быть, точнее подберет под эту музыку сочетание слов? Ну, я так скажу, стихи они пишут похуже, да, скажем, там, тексты, объективно, в литературном смысле, но иногда они так точно эмоционально попадают в слияние фразы музыкальной и текстовой, что ни одному автору текста такое вот соединение в голову не придет. Есть люди, которые умеют это делать, у которых есть талант. Ну, кстати говоря, у Игоря Николаева есть отличные песни собственного сочинения, и музыка, и слова. Там тот же Володя Кузьмин, да, вот мы все это как бы проходили уже эти именно сегодня. Вот. Но не только они. Ну, есть люди, которые, ну, у которых это вот на кончиках пальцев. Вот, да, да. При этом, если попросить их, например, написать текст… К другому материалу. Ну, к другому материалу. Я думаю, что у них будет ступор. Ага. Вот. Но свою музыку они чувствуют. Есть такие люди. А как вообще, в принципе, относитесь к Градскому? Потому что многие называли, вот он сейчас уже, по-моему, это не употребляется термин, но называли там отцом советского рок-н-ролла, и вообще, в принципе, имеется в виду, что он Я прямо скажу, я с уважением отношусь к мнению людей, но пока, ну, каких бы то ни было, да, то есть внимательно. Но пока я сам не услышу и сам не увижу, я никогда не поверю. Вот я, честно говоря, не слышал ни одной пластинки, записанной Градским, как, где он был бы как рок-музыкант. Вот. Поэтому для меня это… Вот, я помню, у меня была гибкая пластиночка такая, или не гибкая, но маленькая. Там были песни Пахмутовой. Вот Градский в мою жизнь вошел как исполнитель песни там, «Как молоды мы были», например. Да? Вот. В другой ипостаси я его, честно говоря, и не знаю. Но помню, у него были какие-то циклы на стихи Саши Чёрного, какие-то забавные Сатиры. Куплетцы. Да. Да, в общем-то, и все. Потом он писал какие-то рок-оперы, там еще что-то. Я никогда не следил особо за его творчеством, потому что мне, по, так скажем, что ли, по каким-то музыкантским симпатиям он никогда не попадал в мою обойму. Да, я любил всегда джаз, я любил соул-музыку, фанк-музыку. Это очень далеко от Градского, а Градский очень далеко от этого. Вот. А это чисто как слушатель. Да. А как, скажем, автор, я ему никогда не был нужен, он никогда не был мне нужен тоже как соавтор, потому что я всегда был нацелен на написание хитов, вот, и всегда старался работать либо с популярными группами, либо с популярными исполнителями, либо с классными хитмейкерами, композиторами. Вот, как бы, для меня результат был всегда важнее каких-то культурологических изысканий. Вот, поэтому с Градским никогда, как бы, я не знаю его творчество, по большому счету. Сам Градский достаточно иронично мне в одной из телевизионных бесед сказал, меня знают как автор двух вещей. Первый тайм и как молоды мы были. Да. Это очень остроумно. Очень остроумно, согласен. Я думаю, что он большой шутник. Вот, но это Пахмутовская. Да, ну, собственно, одна есть песня. Дробыш мне как-то сказал, что вот Градский не сочинил ни одного хита, но ведь гениальная музыка может и не быть хитом, так же как хит не обязательно вообще останется в истории музыки, это ведь всегда вот как бы такие могут быть параллельные пространства, которые в случае с Beatles могут совпадать, а могут ведь и не совпадать. А как, в каком случае они не совпадают? Какая музыка гениальная и мне кажется, у Александра Борисовича есть просто вот там «Синий лес» или какие-то вот вещи. А вот мы отложим, давайте, Александра Борисовича в сторону. Вот про мировые какие-то есть примеры такие? Дело в том, что я не музыковед, поэтому… Да я тоже. Я про очень многие вещи, там, вот, ну, про музыку моей молодости, там, King Crimson какие-то были, и говорили, что это гениальная музыка. Я слушал, думаю, блин, а вообще… Что-то мутно. Это музыка? Может быть, надо что-то съесть? Или это для того, чтобы это… Я также к этому отношусь. Понять, поэтому… Если вот это вот как-то… Не знаю. Честно говоря, вот для меня все, что не хит, то брак. Вот такая штука. Ну, хит ведь это очень часто, ну, если не в, там, не в 90 случаях и ставят, все-таки три аккорда. Хит это все-таки… Не знаю, нет, не обязательно.
есть и так скажем, содержательные вещи, которые хитами становились. Ну, скажем, ну, если да, мы крутимся вокруг одного и того же, может быть, но «Ночной рандеву» – это не три аккорда. «Ночной рандеву» нет. Вообще, ну, мне люди, которые в музыке, в отличие от меня, разбираются, говорят, что Кельми вообще недооценённый как именно как сочинитель, я как согласен. Композитор, что он мог бы сделать гораздо больше, может, он и пил от невостребованности, может, понимая про себя, что он-то может, а как бы вот не складывается. Исключительная вещь у него «Замыкая круг». Да, это первая наша опытная общая песня. Да, которая... Блистательная, тоже далеко не три аккорда. Угу. Вот. Маргарита Пушкина, да, писала? Рита написала. Вы знакомы? С Ритой? С Пушкиной, да, знакомы, да? Конечно, да. Мы знакомы. Ну, по-моему, сейчас вот как-то ничего не делает. Мне кажется, она как раз делает, но она осталась, как она про себя говорила раньше, не знаю, говорит ли она сейчас так про себя, заживо замурованная в роке. Ага, да-да-да. Вот. Вот, она работает, по-моему, ну не знаю, работала там какое-то время тому назад, насколько я помню, с Арией, с группой Ария, да, с Кипеловым, ну вот с этой как бы частью вселенной, вот, которая не очень медийная сейчас. Хотя была в 88-89 году очень медийная. Звучало, да. Думаю, что она там. Дробыш, вот, которого я вспомнил в контексте рассуждения о Градском, сегодня заявил, ну сегодня мне попалось в соцсетях, может, это вчерашнее заявление, что Евровидение – это или гей-парад, или парад геев с элементами вокала. Поскольку вы к мероприятию Евровидения имеете самое непосредственное отношение, ну, то есть вы рекордсмен, да? Имел, да, я рекордсмен. Вот. Действительно, там вот эта составляющая, что там вот считается неприличным стране послать на этот конкурс исполнителя, если он… Не гей? Да, не гей. Или, ну, или это уже фантазии какие-то? Ну, я думаю, что это фантазии. Я, например, ездил два раза… Нет, вы же не как исполнитель ездили. Да. Нет, я ездил. И как бы я знаю исполнителей. Так. Как? Ну как, ну 100% совершенно группа премьер-министра… Геев там не было никогда. Женя Фридлин, да, не допустил. Нет, вот это то, с кем я ездил, да. Ну, могу ответить за обоих исполнителей от Армении там и 7-го года и 12-го, что нет. Скажем, кто там у меня, Дима Колдун, ну точно не гей, просто вот, однозначно. Ну, это тот, да, с кем я работал непосредственно. Ну, Аня Лорак, там, Диана Гурцкая, ну нет, это преувеличение. Нет, на девушек это как-то даже не… Нет, я думаю, что это сильное преувеличение. Другое дело, что там реально есть в рамках конкурса прям конкретно гей-вечеринки, организованные под патронажем так ЕБУ, да? ЕБУ – это не ругательное слово, это Европейский вещательный союз. Ага. Вот. European Broadcasting, что там, Unit, там, не помню. Юнион, может быть. Ну, да. Или Юнион, да. Угу. Вот. Да, и эта тема там пышным цветом цветет, да, это правда. Угу. Вот, но каких-то тут правил нет. Ну, Дробыш так, не знаю, почему он так сказал. Он, кстати, достаточно искушенный в Евровидении человек тоже, он два или три раза участие принимал. Да, бурановские бабушки, да. Бабушки, потом еще там кто-то был у него, угу. Там от Беларуси, по-моему, он кого-то там выводил. Не помню уже. Ну, он вообще так любит эпатировать, в общем, это вообще примета времени, да, сказать что-то такое соленое, жареное. А вы вот объясните мне про Евровидение, я не понимаю, почему вот вы же работали с представителями от России, от Беларуси, от Украины, но и от Грузии, и от Армении. Да. Грузия, Армения, Израиль, Австралия, почему вот какое-то отношение имеет к Евровидению? Мне казалось, что это все-таки как бы вот мы же говорим про континент. Ну, континент. Это да, собственно, в названии уже заложено. Да. Это так сложилось исторически, или есть какие-то критерии под это? Мне кажется, что критерии на самом деле это граница Византийской империи. Вот я так считаю. Да. Вот я воспринимаю Европу в границах Византийской империи. Я лично. Тогда Сирия, может быть, и Ирак. Да. Нет, я это так воспринимаю. Не факт, что Европейский вещательный союз так воспринимает. Я считаю, что это европейская культура. Куда проникла европейская культура в том виде, в котором мы ее видим? Да, вот куда проникла европейская и, в частности, христианская культура. Вот там Европа, я считаю.
там, где ее нет, там не Европа. А чего такое вот стремление в Европу? Вы знаете, единственный, по-моему, из всех моих собеседников, с которыми я эту тему поднимал, по-моему, это Егор Кончаловский, который со мной согласился, что мы русские, а русскими я называю людей, которые думают по-русски, которые да. говорят по-русски, думают по-русски, там согласен. Этнически они могут быть там кем да. угодно, хоть там, согласен. Не знаю, хоть афроамериканец. Да. Вот, если он думает по-русски, он русский. Что мы все-таки гораздо больше вот, азиаты. Вот от этого у нас и как бы отношение вот, к тому, что называется коррупция, на самом деле это вот, ну, как бы вот. Я, честное слово, я об этом ничего не знаю. Может, Егор Кончаловский азиат? Я нет. То есть вы точно. Себя ощущаете? Абсолютно. Я считаю себя, так скажем, рожденным в Mediterranean, да, то есть Средиземное море, море, да, да в границах все, что в границах Византийской империи, это христианская культура, это европейская культура. Если кто-то считает, что он так скажем, корнями в Китае или в Монголии, я ему не судья. Ну, смотрите, как мы одеваемся, вот эти все эти перья в жопе, прошу прощения, это, нет, я не мы с вами? Не про, ну, в принципе, ну, вот возьмите даже нашу тусовку, вот это, вот эти каблуки все время, вот это вот, эти блестки, это же все такой Восток, мы кажется, что вот… Не знаю. Нет? Правда, я не знаю, я на себя это не проецирую. Я просто не считаю, что это плохо, это почему-то считается, что вот как только ты говоришь, что азиат, там, что в этом есть какая-то вот коннотация такая, что это вот как бы второй сорт. Я так просто нет, да я не тоже на сорта не делю. Просто вот ты или являешься носителем некой идеи, ну, лишу себя надеждой, что я являюсь, несешь в себе некое, что ли, некое культурное пространство, да, оно тебя воспитало. И, собственно говоря, это и сделало из тебя того, кто ты есть. Ну, вот я считаю, что христианство, да, это основа основ для человека, живущего там, на моей территории, вот, на территории, которая мне дорога. Из него вытекает этика, эстетика, культура, история, и в конечном итоге те поступки, которые ты совершаешь и которые ты не совершаешь, тоже. Вот. Поэтому вот мне кажется так, христианство на самом деле проникло и в Азию, да, вот на азиатскую территорию, так скажем. Мне кажется, что когда она туда проникла, эта азиатская часть стала европейской. Вот и все. Нравится это кому-то или не нравится. Вы сильно изменились в плане потребителя музыки, скажем, ну, музыку, когда начинают школьниками слушать, вот я как все. То есть ту музыку, которую вы в школе слушали, вы сейчас можете слушать? Я ее и слушаю. Вы слушаете эту музыку? Да. Какая это музыка? Фанк, соул, джаз. Вы говорите сейчас про жанры, а мне да. вот имена конкретные, ну, команды. Да, понимаю, там «Земля, ветер, огонь», «Tower of Power», «Джин Ванелли», джаз весь практически начиная с 55-го года, скажем, и кончая 65-м. Вот то, что называется «хард-боп», это абсолютно моя музыка. Она вот как она в меня вошла, так и не выходила. Вот. То есть вы попсу никогда не слушали? Я в теме, я знаю хиты. Я знаю хиты. Я рок никогда не слушал, это правда. Угу. То есть я его. Я по рок-культуре тоже в теме. Угу. То есть я все это в качестве, что ли, в качестве, ну, образования, угу. да, просто пришлось, поскольку я, если работаю с рок-группой, я должен знать корни. Угу. Вот. Что касается песенной культуры, то песенная культура для меня она началась и в общем закончилась в том, что называется Great American Songbook, да, это золотые годы Тин Пен Элли, 20-е, 30-е, 40-е годы, когда был сочинен весь основной массив тех песен великих американских, которые вот перепеваются до сих пор. Да, и вот для меня это загадка абсолютно. И вот мы про Евровидение говорили, 74-й год, Абба. Да. Я помню, что это был просто, ну, взрыв мозга, просто Ватерлоо. Да, это просто мега-хит. Да, зверский хит, да. Да. А это что, Абба, это попса ведь или нет? Ну, поп-культура, конечно. Угу. Так по мне и поп-культура, и Rolling Stones поп-культура, и вот сейчас, и вы сейчас обиделись, все фанаты. И бекламаны, в студии не выходите, как будут ждать. Нет, ну стоп, ну это ритм-блюзовая группа, окей, но это же на территории поп-культуры, иначе они бы не были мегазвездами. Все, что
супер продается, то является частью поп-культуры. Mm-hmm. А как? Ну, а Deep Purple это не поп-культура, это рок-музыка, но поп-культура. Вот все-таки поп-культуру шире mm-hmm. возьмем. Это поп-культура, конечно. Mm-hmm. Поп – это популярная музыка, да? Если ты продаешь миллион пластинок, что это? Не поп-культура? Mm-hmm. Как может? Вы знаете, вот телевизионщиков часто упрекают, что вот этот зомбоящик, бла-бла-бла, все это, и что якобы вот телевизионщики навязывают дурной вкус, там вот, ну, Бузова и вот это все про массовую аудиторию. Я всегда, когда вот этот вопрос возникает, привожу пример того, что мы застали 70 лет советской власти, мы не все 70 лет с вами застали, да. но мы росли, да. В этом контексте, как раз когда по телевидению была субкультура советской творческой интеллигенции. То есть консерватории, там Чайковский, симфоническая да. музыка, балет, не было, в общем-то, попсы никакой. Тем не менее, народ в массе своей не стал слушать эту музыку классическую, они все равно слушали там ту же Пугачёву, правильно? Ну, потому что это поп-культура, да, конечно, да, она легко да. заходит. Значит, невозможно навязать. Невозможно навязать? Нет. Привить музыкальный вкус вот, ну, я думаю, аудитории массы. Привить, может быть, и можно, любить заставить невозможно. Угу. Любовь – это добровольное чувство. Угу. Вот если дама какая-нибудь смотрит там, по телевизору Пугачёву, и ей нравится, она себя с этой героиней, которую представляет Пугачёва, идентифицирует, угу. и она ее любит за то, что она дала какие-то ответы на свои вопросы. А потом она смотрит интервью Пугачёвой и где-то как-то лихо расправляется с вопросами, и она прямо… Вот какие-то несформулированные для себя мысли слышат из ее уст, и это то, что ой, ну как же она правильно сказала, да? И вот она любовь возникает, и вот и потом эта любовь подтверждается, и вот ты влюблен навеки вечные, да, в некого артиста, который несет некую какую-то свою, да, идею в жизнь. Ну в данном случае Пугачёва, ну на самом деле таких много, там и Stones те же, я знаю людей просто седых уже, которые считают, что вот 10 альбомов Beatles, там, или не помню, сколько там, 12. Ну, да, около того, да. Да. И это все, что нужно знать о поп-музыке, например. Вот я знаю кучу людей таких. Mm-hmm. Вот. Что, в принципе, если не хватает еще, то можно послушать и сольник Маккартни там какой-нибудь, Леннона, и тогда уж точно хороший. Чтобы как-то мы выходим на финишную прямую, у нас минута осталась. Ваш прогноз по Диме Билану вы подтверждаете? По ой. Конечно, да. Вот они у меня на одной полке, да. по полке легли, понимаю, да, абсолютно однозначно. Да. По Евровидению, да. Ваш прогноз, вы в «Комсомольской правде» его озвучили, что-то изменилось за эти два дня? Нет, он совершенно точно пройдет финал, трудно очень, так скажем, участнику вот России не пройти финал, потому что огромное количество да, наших бывших, да, вот как бы сограждан теперь уже в независимых республиках живут, которые голосуют, конечно, да, просто за которые любят русский язык, которые на нем разговаривают и так или иначе русскую культуру воспринимают и представители от России в частности. Вот, поэтому проскочить в финал, ну я не представляю, что надо сделать, чтобы не пройти в финал, потому что российский участник идет всегда с гандикапом 60-70 очков, вот по отношению к остальным, вот. А там, конечно, будет ему очень сложно, потому что одно дело любовь там диаспор, а другое дело совершенно, там же сейчас делятся, там голосуют как зрители, так и жюри стран. Я думаю, что в связи с определенными политическими событиями, которые да, вот 5 лет как уже да, продолжаются, я думаю, что жюри ни одно России высоких баллов не поставит. Вот. И поэтому, ну, по совокупности, я думаю, что в пятерку он попадет. Если хорошо выступит. Ну а чем он плохо выступить? Там и песня мастерами писанная, и сам он человек опытный. В победу я его не верю нисколько. Я могу сказать, почему. Да. Ну, по тем же политическим. По тем же политическим, плюс у победителей другие глаза. Я видел глаза Билана в 2008 году. Они смотрят иначе, эти люди. Понял. Там, ну, легкая чертовщина в глазах. Он ровный такой человек, без. Понял. Что-то. Ну что ж, поживем увидим. Вам успеха вашей июньской премьеры. Спасибо. Вот, надеюсь, не последний раз мы в этой студии. Первый раз, но не последний. Всех благ. У нас был Карен Кавлерян. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.